Здравствуйте. Мелбет Первая Лига приглашает нас в город-герой Тулу. Здесь на центральном стадионе «Арсенал» заканчивается программа 13-го тура. И сегодня тульский «Арсенал» принимает владикавказскую «Аланию». И снова левый фланг должен быть включен в эту атаку. Хабибов нет. Нет, все-таки Солдатенко первый был на этом мяче. Загнал себя в очень сложную ситуацию Максим Петров. Нет положения вне игры. Удар с острого угла. И это было очень эффектно. С их стороны активности на чужой половине поля, соответственно. Ох, а здесь как ошибается Суханов. И наказывает Аланья. Наказывает немедленно. И что? Артур Галоян. Шестой мяч в сезоне. 42-я минута становится результативной для владикавказской Алании. Хасонов. Хасонов устремился вперед. И резкая прострельная передача. Егор Шамов на месте. И устремляется к воротам Аслам Машуков. Ислам Машуков. Где его удар? Вот он! Казалось, на поражение. Но мяч проходит в нескольких сантиметрах над перекладиной. Ай, хороша передача. И какой удар! Какое завершение! Это просто блеск. Николай Гергобиани. Что же он устроил? Как он нырнул к этому мячу? Подхватывает и отдает на Камрана Алиева. Удар! Вот она! Фирменная игра Евгения Луценко. И какие эмоции, какие взгляды от Ростислава Солдатенко. И вот он, финальный свисток.